С 30 ноября по 11 декабря 2020 года на образовательной платформе uchi.ru пройдет Всероссийская онлайн-олимпиада для младших классов «Безопасные дороги». Классные часы по подготовке к ней стартовали в школах Тверской области. Подробности в сюжете далее. Какие геометрические формы имеют дорожные знаки? Как правильно переходить дорогу? И всегда ли пассажирам нужно пристегиваться ремнями безопасности? На эти и другие вопросы ответили ученики 3 А-класса. Урок, посвященный предстоящей олимпиаде на знание ПДД, показал хорошую подготовку ребят. По нерегулируемому пешеходному переходу надо переходить вот так. Сначала посмотрел налево, потом перешел до середины, потом посмотрел направо, доходишь до конца. Дети не только осваивали теорию, но и развивали творческие способности. Одно из заданий урока – представить свой дорожный знак, которого еще нет в ПДД. Около леса, на проезжей части, очень много бывает случаев, что сбивают ежей. И поэтому я хочу, чтобы повесили такой знак, чтобы было меньше таких случаев. Этот классный час – не разовый проект. Педагоги и представители ГИБДД, которые регулярно посещают школы, помогают детям освоить правила поведения на дорогах через систему уроков. В этом году проверить свои знания школьники смогут на онлайн-платформе uchi.ru в личном кабинете, дома с родителями. Цель олимпиады – не просто освежить знания, да, ребят, не просто привлечь их к выполнению определенных заданий, а организовать семью. Потому что здесь ребенок сталкивается не один на один с заданиями. Если он выполнит задание неверно, наверное, он так и не узнает, а как нужно будет себя вести в той или иной ситуации. Поэтому здесь важно с семьей. Напомним, что в этом году в Верхней Волжье по инициативе губернатора Игоря Рудени прошла масштабная кампания по предупреждению детского травматизма, в том числе и на дорогах. Важно, что и нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» затронул 30 улиц, которые находятся рядом со школами и детскими садами.